Всем здорово, ребят! Ну что у нас с роллинг основы Александра, который дал нам аккаунт свой твинг и основу для роллинга. Здесь донатный аккаунт, там были накоплены 112 тысяч самоцветов. Тут, скорее всего, чувствую, что задонены и накопленные. Так оно и есть. Хотя, в принципе, посмотрите, у него донатов всего лишь до 100к, поэтому тут не особо много так доната, как я вижу. Возможно, недавно только где-то начал, но аккаунт довольно-таки уже, я смотрю, неплохой огник есть. Смотрим по героям. Фобос, выбили его, Космо, Командора, Ледяха, Оккультист, Землеройка, Свалин. Вся та же картина, только здесь Рогатка и Бугиман, которых мы на твинке достали уже. В общем, отлично. Это опять же не все. У нас 190 тысяч самоцветов, вот красавчик. Вот я люблю такие роллинги, где можно, знаете, вот так взять и разогнаться, и не сидеть там 20, 30, 40. Конечно, кто как может, но вот, это оно. Гильдия проникновения, первые, четвертые места битва гильдии атака фортов, своя беседа в ВК, писать РУС-307, БГ актив. Кидайте заявочки, вступайте, мы поехали, посмотрим, что у него есть интересного на аккаунте, так как аккаунт донатный, девяточка жив, в принципе, как вариант, я вам скажу, я тоже такой пользовался одно время, довольно-таки неплохо, иногда нужна такая фрея. Бог войны, такое себе надо однозначно менять, мы здесь будем еще потом коробочки переставлять. В общем, у нас роллинг под коллекционера, смотрю, очень много надо будет поменять всего, ну, вариантов тут очень много, и смотрю, тут с талантами реально есть что делать. В общем, к этому мы вернемся попозже. Что, поехали? Поехали сразу же, ребятушки. Вот такой вот коллекционер. Фобушка, все дела. Фобушка-воробушка. Просто, ребят, просто с первой же тычки. С первой же тычки мы достаем недостающего героя Свалина. Но это обязательно лайк. Пяткой, рукой, ногой за маму, за папу, за всех. За дедушку, за бабушку, за сестру, за братика, за тетю, за дядю. В общем, за всех. Поехали дальше. Это будет эпичненько, я тоже чувствую. Да, мы вытащили 5 недостающих героев, топовых. Единственное, Ледяха и Космо к нам не пришли. Надеемся, что они будут здесь. Здесь топовый аккаунт. ИМК. Чувствуется, да? Чувствуется этот приплыв легенд на донатике. Фараон, Триан, Тыква. Вот скажите, вот что это такое? Такс. Бигфутище. Рыцарь. Ну, первые недостающие стычки. Я вам скажу, это сильно. Надеемся, что сейчас мы хотя бы, как минимум, паладина вытащим за 150. Ну, конечно. Хранитель. Рандомчик, давай, чтобы я не мучился. Чтобы он спокойно тоже спал. Призрачный всадник, тыковка. Он очень хочет ледяного феникса. В принципе, я думаю, Ледяху будут 1 сентября продавать вместе с Battle Pass, поэтому можно дождаться, и там будет и скин на него продаваться, и целый Ледяха, скорее всего, что будет так. Посмотрим. Короче, куча слизней падает, я не знаю, мы уже заролили 34к, и что у нас получилось? Практически слизни собрали. На бездонате у нас ушло свыше 50к на эти слизни, блин. Атлант, Влад Дракула. Ну, такое что-то, вы знаете, по дропу. Странно. Душ. Суккуб. Капитан Рогаточка, ребята. Кепчик к нам пришел. Есть, отлично. Второй недостающий герой. Поехали дальше. Включаем админ панельку. Режим. Режим имба героев. Поехали. Королева Гарпий. Паладин.
Королева гарпий. Я говорил, это имб, это самый имб. Просто самые топовые герои падают. Профессор, Гаргул, Укротитель. Да ладно. А где просто обычный космо? Где просто обычный ледяха? Где они? Сердцеедки пошли. Леди Лео. Это все, конечно, классно, но нам нужен. Просто мы, я подумал про Атланта, и он выпал. Просто Атлант это оно, ребят. Особенно на таких аккаунтах, когда падает Атлант, ты понимаешь, что к тебе сейчас придет оккультист. Оккультист падает сразу же за Атлантом, ребят. Сразу же. Отлично. Третий недостающий герой. Но мы идем дальше, ребята. Мы тащим дальше. Хорош, хорош. Это мне нравится. Профессор Рибет еще. Арарино. Я знаю, не знаю, вот я вам скажу, вот многие говорят, там донат, без донат падает, на бездонах падает, на донатах падает. Оно везде по-разному. Сноу. Кенди. Пея. Махатма. И еще одна Махатма. Да ладно. Но Махатма здесь есть. Махатмушка здесь есть. Поехали дальше. Поехали дальше. Конечно же, поехали дальше. Поздравляю, Ледяной Феникс у тебя есть на аккаунте. Что еще надо? Что еще надо на этом аккаунте? Еще, конечно, надо космо вытащить, ребят. Еще надо вытащить космо. Оккультист. Все, что хочешь. Пожалуйста. Ищем космо. Он хотел очень ледяху. Ледяха есть. Правда, на этом не выпало, но здесь, конечно, это нормас. Хранитель. Космик, приди. Бульдозер. Командорка, ну конечно же, как мы без нее можем просто ролить? Ну как без нее ролить? Раз, два, три, четыре, пять. Еще надо Бугимен, Землеройка и Космо. И Фоба. Четыре недостающих героя. Поехали дальше. Одержимый. Махатма, третья уже на этом аккаунте. Но самое основное, мы выполнили его желание, получили ему на основу Ледяного Феникса. Так, бульдозер, капитан Дрейк. Капитан Рогатка, повторочка. Отлично. Вот это, ребятушки, это батька ролит просто вот так вот. Пожалуйста, админ панелька тащит. Космище пришел на аккаунт. Мы ему просто сделаем топовый донатный аккаунт. Надо ему там еще зефирку дособирать. У него даже Минотавра нет, зато у него есть просто имбовые герои. Остался Фобос. И землеройка. И бугимен. Фобос, землеройка и бугимен, ребят. Пару героев. Как думаете, затащим, дотащим? Королева гарпий. Офигеть. Вот это по красоте. Ниндзя. Нужен Фоба. 190к. Фоба, ты должен просто с этой суммы просто вывалится. Если ты на бездонате, тебя двое упало. Здесь тебя должно быть как минимум три. Но это не точно. Фух, можно уже, знаете, вздохнуть. А то такая сумма 190к на роллинг, это немало. Хранитель. Влад Дракула. Фараон. Трифит, Бог Грома. Ну давай, рандомчик. 60к осталось.
Тыковка, бог грома, всадник, сноу, ну, ара. Фоба, ну где ты там? Мы тебя уже заждались. Купидонище. Ледяха. Бугимен, пожалуйста, осталось, ребят, осталось два героя. Это Фобос. Это Фобос. И кто? Я уже даже забыл, кто там у нас еще. Тесочка, Ладракула. Это просто офигенно. Это офигенно упало нам. Фобос и Землеройка. Фобос и Землеройка, ребят, два героя. Два героя надо на этом аккаунте. 40 тысяч самоцветов осталось. Короче, жестко. Основа все-таки дернула по-серьезному. Варлок. Королева Гарпий. Валентина. Бигфут. Купидонище. Вот давайте вот так вот 30 оставлю. Я буду ему ролить и постараюсь. Я буду ролить таланты и постараюсь ему добить. Там шанс, конечно, два героя. Это Фобос и Землеройка. Но если получится, это просто топчик, ребят. Это просто кайф. Вот такие вот плюшки мы получили и собрали таких героев. Еще осталось только выбить Фобоса, чтобы получить топовые плюхи отсюда. Но, блин, я вам скажу, вот такие траты денег, они оправданы. Если ты получаешь таких героев, это реально оно. В общем, пишите комменты и ждите до роллинга этого аккаунта. Всем удачи, всем пока.